улыбнитесь, мои котята, с вами Прика, и добро пожаловать в Wildcraft. Сегодня мы будем охотиться на ферме, просто будем охотиться и обязательно сходим на босса разъяренного быка. Да, на разъяренного быка я не ходила, можно сказать, больше года уже на этого босса и не снимала про это видео. Вот сегодня как раз и снимем. Будем играть за трансформацию, на трансформации бегемотика. И, скорее всего, будем играть на новом скине, или вот на этом, или на этом. Я даже не знаю, он такой мыси-пусечка. Это два новых скина, которые я выбила в прошлых видео. Если вы не смотрели, обязательно посмотрите. Наверное, давайте... Ну, здесь он на лягушку похож, такой вот прям как жаба, да? Может быть, все-таки вот такого розовенького возьмем, да? Очень милый бегемотик. Наверное, давайте поиграем на розовом бегемотике. Все, отлично. Отлично. А, еще я хотела поменять пэта. Давайте еще пэта поменяем. Пайка. Так. Поменяем орленка тоже на бегемотика, наверное, да? Вот, два милых бегемотика пойдут сейчас охотиться. Пойдем на ферму. Так, выбираем ферма. Отлично. А, загрузка мира не идет, но, видимо, я после обновления охотилась здесь и выполняла, скорее всего, какие-то квесты. Супер просто. Так, все, моя семья, вся в сборе, прокачиваю я львов, как вы знаете, хочу докачать до 150 уровня. Надеюсь, что в этом видео получится, наша цель будет выполнена. Давайте поохотимся как раз на коров, вот они у меня идут по квесту. Ну, и сегодня не будет выполнения квеста, сегодня будет просто охота. Вот, я не буду искать 23 коровы, не переживайте. Мы сегодня пойдем охотиться на босса. Но сначала разогреемся. Так, мы все съели, да, корову уже все съели. Вот и вторая корова. Слушайте, а может быть заодно и квест выполним? Корова на корове прям. Сейчас будет квест проситься. Чтобы мы его выполнили, да? Будет давать нам коров игра бесконечно. Нет, нет, мы на это не поведемся. Как быстро бегает у меня бегемотик, так непривычно. Очень быстро бегает, вы посмотрите. Носится прям как лев. Но внутри-то он лев, да? Душа у него львиная, это просто оболочка у него бегемотика, а душа-то львиная, настоящая. Прикольно. Жаль, что этот бегемотик не прыгает, но да, где вы видели прыгающего бегемотика? Очень сложно найти такого. Так, ну все, вроде бы как, все разбежались, потому что бегемотиков здесь, наверное, никогда в жизни не видели. Посчитали, что это очень страшные звери, поэтому все разбежались по своим норкам. По своим берлогам, да, кто куда. Ага, 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 вот и порося. Давайте на них тоже поохотимся. Здесь немножко поубегаем, потому что порося очень-очень сильно бьют. Ну, прям очень сильно, поэтому убегаем. Сундуки тоже сегодня будем открывать, потому что на боссе сейчас заработаем монетки и откроем обязательно сундучки. И также будем надеяться, что выпадет что-нибудь такое интересное. Так, лунные яйца, наверное, открыть не сможем. Так, это у нас коза? Да. На козу тоже поохотимся, отлично. На всех-всех-всех животных, которые агрессивные, будем охотиться. Так, ну все, подошли мы уже к боссу. Нужно будет набрать сейчас жизни. Возьмем, здесь у него очень много жизней. Так, посмотрим, 34 тысячи жизней. Поэтому возьмем, скорее всего, сейчас фиксированную камеру. Для того, чтобы легче было его победить. Так, давайте перейдем сначала в игру. Настройки. Поставим на фиксированную камеру. Так, все отлично. Ждем, когда я наберу жизни. Можно тут побегать. Так вот побегать, не убегай, курочка, не убегай. Я тебя трогать не буду, не переживай. Мы просто здесь так вот побегаем вместе с моим бегемотиком маленьким. А, не хочет жизни набирать. Ну давай быстрее набирай. Потому что курица помешала. Я возле курицы бегала. И тут набор хпшек у меня остановился. Так, еще чуть-чуть осталось. 2904 нужно полностью все набрать. То мало ли, бык, знаете, так кусается очень больно. Если вдруг я сейчас как-нибудь ошибусь, и он меня очень-очень быстро забодает. Просто моментально забодает. Смотрите, у него какие рога. Вы посмотрите, у него из ноздрей пар идет. Дым идет. Или пар, или там, я не знаю, пар из ушей, из ноздрей дым идет. Кольцо еще в ноздре. Он очень страшный. Он просто безумно страшный. Я прям не знаю, как сейчас на него пойду. Давно я не охотилась. На нем так все кусаем. И... Ой-ой-ой, я не в ту сторону побежала. Не... В непривычную сторону я побежала. Как-то так неудобно играть за бегемотика, если честно.
Я даже не знаю, как делать. Ну, не знаю. Мне кажется, джойстика я более-менее так нормально поставила. Главное, чтобы меня сейчас рогами не задели. Если меня бык рогами будет задевать, то это будет не очень приятно. Ну, в принципе, львы мои прекрасно справляются. Да я тут бегу. Слушайте, я так похудею. Отличная зарядка. У меня бегемотика станет очень стройной. Она сейчас очень сильно похудеет. Если вот так вот каждый день охотиться, то мне кажется, бегемотика будет у меня стройняшкой. Не будет уже похожа на бегемотику. Так, 10 тысяч. Ой, слушайте, быстро-быстро они с ним разбираются. Я думала, будет дольше. И посмотрим, сколько мы сейчас сможем заработать монет. Надеюсь, что много. Достаточно много для того, чтобы можно было открыть несколько сундуков. Сундуки сейчас тоже будем открывать. Так, чуть-чуть еще осталось. Давай, давай, давай. Надеюсь, у тебя отдышки-то нету. Ух ты, у меня спортсменка-то у меня прям настоящая. Так, 12 тысяч монет у нас сейчас. И мы, та-дам, достигли 150 уровня, как и планировалось. Это просто супер круто. Так, что ж, поехали открывать сундуки. Так, пока что дубликаты. Эликсир дубликаты. А, я забыла же прокачать. Подождите-ка, у меня там эликсира. Очень много. Давайте прокачаем всех. Эликсир потратим. И желудей тоже нужно будет желудь потратить, потому что у меня везде все вплотную. Так. Здесь тоже потратим. Так, Симба только сила и скорость. Желуди тоже тратим. Освободить, чтобы место. Так, сила и скорость. Ой-ой-ой, сколько я не прокачивала-то их. Прям очень давно. Надо было их сначала прокачать, а потом идти охотиться. Ну, как обычно. Все как обычно. Так, Киарочку. Киарочку тоже прокачиваем. Так, Нолана обязательно. Нолана обязательно. Кстати, я недавно в Castle Cats купила Нолана. Если вы вдруг не знаете, посмотрите это видео. Так. Все, Нолана. Так, Ханночку. Ой, ну мне не хватит желудей. И сейчас будем вот так вот просто открывать коробки. Ой, не коробки, это сундуки. У нас еще 9 сундуков. Ну, давайте, будем надеяться, что сейчас будут эликсиры легендарные. Нет, пока что нет. К сожалению, вот легендарный есть. Отлично. Один легендарный только выпал. Ой, ну даже аксессуаров не дадут из новеньких. Ну, к сожалению, ничего не дали. Так, а что у нас в подарке в бонусной коробке? Давайте посмотрим. Открывайся. Ага, 1100 монет. Можно удвоить награду за просмотр рекламы. Так, удвоили награду. И теперь мы два сундука сможем открыть. Вместо одного один. И второй тоже нам ничего не дал, к сожалению. Так, подождите-ка. Давайте скорости здесь прибавим. Угу. Так, Ханочку прокачали, Мартина тоже давайте прокачаем, чтобы никому не было обидно, всех-всех-всех прокачаем. Ну, то есть я все желуди потрачу, весь эликсир, который у меня есть. А на Лейлане, наверное, мне не хватит, потому что на скорость сейчас все уйдет. А у Лейлани постараемся хотя бы силу прокачать, скорость ушла. Так, сила прокачалась, и скорость немножко подкачается, да? Ой, слушайте, и скорость прокачалась. О, прям тиков-тику хватило на всех. Так, и еще я забыла. Все, я забываю, какая я забывчатая. Камеру свободную поставить, чтобы с вами прощаться. Да, вот так. Друг в друге стоим. Ну, вот такое видео получилось. Надеюсь, вам понравилось. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вдруг еще не подписаны, чтобы не пропустить следующие серии по игре Wildcraft. А с вами была Кошечка Прика, и увидимся в новых роликах.